Здравствуйте, дорогие мои телезрители телестудии «Пульс». Как-то лет 40 назад я познакомился со статьей в газете местной за 1909 год. В статье один из авторов под псевдонимом Альфа писал: «Пройдут года, память обо всех исчезнет, если его же дела останутся памятниками прошлого, они будут говорить за себя в устах поколения, и будет вечно живо имя Виссариона Ивановича Мышкина». Все это у меня разбудило неудержимое любопытство. Да что такое, думал, как же это так? Вот почему в нашем городе имя этого человека забыто, ничего о нем не известно? И с тех пор началось у меня вот это неудержимое исследование, раскрытие этого покрывала забвения над Мышкиным. Это вот моя прелюдия необходима для того, чтобы продолжить дальше начатый рассказ прошлой передачи о том, как добивался Мышкин все-таки проведения железной дороги. Итак, я остановился на том, что 24 сентября 1909 года Мышкин зачитывает письмо инженера Березина о предложении сделать для Азова железную дорогу Азов-Великокняжеская со всеми экономическими обоснованиями. И вот городская дума, гласная, приступили тогда к обсуждению. Обсуждали очень долго, были очень долгие споры, выступления. Старые думцы говорили: это ж вот какие деньжища мы должны платить этому инженеру за его вот эти изыскания или за его сомнительное протежирование в столице. А вот даже бывший городской голова Калита бросил такую несуразную фразу: у меня, говорит, скорее на лодыжках волосы вырастут, чем я проголосую, чтобы такие вот деньги с городского бюджета отдавать. А молодые гласные, они наоборот были более категоричны и говорили: ну, хватит нам спорить, дебатировать, давайте-ка мы проголосуем, иначе у нас мы еще 30 лет не дождемся железной дороги в Азов. Особенно старался там гласный Гальченко, владелец кирпичного завода. Ну и понятно, он говорил: все, будем голосовать и хватит спорить. Ну, мне сейчас понятно, почему он тогда добивался этого, потому что он уже планировал подвести свою железнодорожную ветку от кирпичного завода на юго-востоке, который находился, свою железную дорогу к построенной к Азову железной дороге. Когда принято было голосование, это было тайным голосованием, принято около 2 часов ночи уже было, и большинством голосов вот это предложение Березина было принято. Где-то с 3 ноября, то есть 3 октября, инженер Березин уже нанял группу путейцев, инженеров-путейцев и техников, и даже две группы. Одна группа пошла с Азова, а другая пошла с Великокняжеской навстречу. Они вели изыскания вот постоянно. И к 20-м числам ноября все исследования были уже закончены. И Березин присылает с Санкт-Петербурга телеграмму Мышкину, что все собранные исследования, все изыскания отданы в техническую комиссию Министерства путей сообщения для принятия решения. Мышкин 24 ноября уезжает в Петербург. Он начал чувствовать, что могут быть какие-то там козни конкурентов, и нужно ехать, проталкивать
этот проект в Министерство путей сообщения. Он не зря опасался. Когда он прибыл в Петербург, там уже были представители Владикавказской железной дороги и начали проталкивать свой проект. И добились того, что рассмотрение проекта Березина перенесли на 13 декабря. И огорченный Мышкин вернулся в Азов. 3 декабря он собрал городскую думу, доложил о состоянии дел железной дорогой. И дума тогда решила, давайте мы Виссарионовичу Ивановичу Мышкину в помощь дадим еще 2 человек, именно из нашей думы, из состава гласных, и отошлем вместе с ними Мышкина в Санкт-Петербург как представителей в межведомственную комиссию. Причем наделили Мышкина дополнительными полномочиями и свидетельством на право подписания договора с предпринимателями и финансовыми деятелями. И вот гласный Попов, Сыроватский и Мышкин отправились вновь в Санкт-Петербург. Дорога была сложная, была заметена там уже снегом, но они благополучно все-таки добрались в Петербург. И вот поступает в Азов от Мышкина телеграмма. Это было спустя неделю, 20 декабря 1909 года, в 10 часов вечера. Азовская городская управа получает такую вот телеграмму из 8 слов следующего содержания. Сегодня комиссия новых дорог принципиально решила Азов-Батайск. Что это означало? Опытные специалисты технической комиссии там, в Петербурге, приняли мудрое решение. И вашим будет, и нашим. И решили утвердить трассу дороги к Азову, начиная не от Великокняжеской, а от станции Торговой, ныне это город Сальск, и не через Каялу, а провести через Батайск к Азову. Но нужно сказать, что этот вариант нисколько не ущемлял грузоперевозки, и напротив даже пассажирское сообщение с Ростовом, Азов-Ростов, стало теперь не вокруг через Каялу, а напрямую, стало очень удобным. Итак, тяжелая миссия Мышкина добиться разрешения на проведение дороги железной успешно завершилась. Реакция на телеграмму Мышкина, отправленную в Азов, на другой день была выражена всеобщим восторгом азовчан. 25 декабря в местной газете появляется статья, в которой автор, не сдерживая радости, писал: «Дорога, давно жданная, выплаканная нашим обывателям за много десятков лет, облитая слезами и потом, дорога не миф, не мечта, не проблематичная утопия или же утка, а настоящая, хорошая, радующая, бодрящая действительность. Как ни билось конвульсивно зло, как ни проявляло оно свои козни, как много ни строило преград и препон на пути осуществления проекта железной дороги, но добро победило зло. И мы смело смотрим вперед в будущее, которое, несомненно, улыбнется нам и принесет все то, чего у нас нет и к чему мы давно тяготеем. Словом, будущее наше светло. Азовица тряхнется от нужды, воспрянет духом для новой жизни, для нового дела. Много, как нам известно, пришлось поработать этому человеку, Мышкину, для того, чтобы разбить вековые устои нашей тихоходной политики, для того, чтобы одолеть все препятствия, возникшие по путям к осуществлению того или другого проекта. Разве не раздавали злобные возгласы его врагов при различного рода начинаниях?
Разве не было клеветы, инсинуаций? Но все победило. Честная, светлая энергия этого человека. И мрак, роковой мрак, рассеялся, и стало видно, что плохо, а что хорошо. Дальше автор продолжает. Если же мы вспомним, что ничего подобного мы не видели при предшествовавших городских головах, мы должны только благодарить и благодарить Виссариона Ивановича за его полезную, умелую и честную деятельность. Обыкновенным словом «спасибо» за все его заслуги нельзя выразить благодарности. Самой удобной и самой подходящей благодарностью была бы, по нашему разумению, избрание его вновь городским головой. Прерывать деятельность полезного человека было бы нецелесообразным абсурдом, было бы черной неблагодарностью со стороны наших граждан. Лучшего, полезного и подходящего, по правде сказать, у нас пока не имеется на виду. Пусть же работает человек на пользу родного города, пусть проявляет доброе, чистое. Не будем ему мешать, не будем тормозить дела процветания нашего города. Об одном, господа, не мешает подумать. Это о вознаграждении за труды городского головы. Мы с вами услышали оценку личности и деятельности Мышкина устами современников и современников других его сподвижников более чем столетней давности, что для нас, потомков, является теперь исключительной ценностью. Железная дорога, проведенная в Азов стараниями Мышкина, дала импульс рождения новой логистики, рождения новых предприятий в городе Азове. К 1913 году, например, поступило предложение бельгийской фирмы разместить в Азове уже металлургический завод. Другой инвестор начал уже строительство в то время шерстомоидной фабрики крупной, рыбоспетного завода. Поступило предложение разместить в городе сельскохозяйственное высшее учебное заведение даже. Вот как. Но все эти планы в 1914 году были разрушены Первой мировой войной, наступившей. Азов был выбран для размещения военного гарнизона и строительства военного городка на свыше 6 тысяч человек в юго-западной части окраины Азова. Вот здесь, в районе теперь школы-интернат и 14-й школы, и на месте вот пятиэтажных кооперативных домов. В советский период железная дорога стала необходимым условием развития мощной промышленности, задавшей бурный рост города. Но это другая тема, очень обширная тема. А я продолжу о том, что же нам досталось в наследство от того времени, от времени Мышкина, касающейся железной дороги, и как мы пользуемся этим наследием. Железнодорожной станции нужно прежде всего обратить внимание на здание железнодорожного вокзала. Что такое вокзал? Вы скажете, ну это здание, где это здание для пассажиров. Но этого мало. Вокзал — это носитель духа, памяти, причем очень многих поколений. Старый вокзал — это как старый человек, сколько встреч и расставаний, надежд, свиданий он помнит. Вокзал – это всегда одна из архитектурных доминант данного населенного пункта. Рожденные железной дорогой здания вокзала в России были лицом городов или поселком, первым впечатлением о городе пассажиров. Вокзал – одно из самых гуманных изобретений человека. Это место для пристанища любого странника. В нем всегда была крыша, место для отдыха, буфет или ресторан. Раньше обязательно отопительная печь, непременно титан с водой и кружка,
порой на цепи. Вокзал – это всегда один из общественных центров жизни, так сказать, столица народного бытия. Так это было. Раньше в старину, когда люди ценили красоту во всем и понимали ее благотворное значение для человека, никаких типовых проектов не признавалось. Это изобретение уже советской власти с ее пресловутой унификацией всего, что окружает человека, включая его самого. Поэтому в царской России к железнодорожной архитектуре предъявлялись не менее высокие эстетические требования, чем к любым другим общественным местам. Было принято строить на чугунке только красиво. На красоту не жалели средств, и очень немалых, хотя казалось, это было полным абсурдом, ибо никакого хозяйственного или технического назначения во всех этих мансардах, мезонинах, наличниках, узорах, резьбе не было никакого применения. Даже на глухих разъездах посередине лесов и степей, где и пассажиров-то почти что не было, строились пусть и небольшие, но оригинальные здания, вокзалов, водонапорные башни. Строители дорог соревновались друг с другом в великолепии и неповторимости возводимых зданий. В этом Азов является лишь подтверждением сказанному. Здесь, на станции, кроме вокзала, были построены там пакгаус, вот здесь водонапорная башня, вот здесь очень миниатюрный оригинальный туалет, жилые дома у переездов для обходчиков и два многоквартирных дома для служащих. И все это было выполнено с любовью в едином стиле. Строили на совесть, добротно. Казалось бы, ну зачем на глухой окраине города, за Малакановкой, где и людей не увидишь, нужно было строить арочный проем под железной дорогой для скотопрогона с такой тщательностью и отделкой, снимать фаски с облицовочного камня и вообще зачем облицовывать? Дело здесь вот в чем. Раньше благородные люди дорожили своей профессией и, прежде всего, своей честью. Сделать что-то плохо, недобросовестно, напортачить или не выполнить свои обещания и тому подобное означало для этих людей потерять или продать свою честь, чего очень опасались, поэтому и повторяли очень часто: «Честь имею». Я нахожусь в здании, бывший жилой дом железнодорожник, построенный 108 лет назад, построенный с толстыми стенами толщиной 70 сантиметров, с высокими потолками, вот, с высокими светлыми окнами. И вот нужно обратить внимание здесь на некоторые детали. Вот я все время удивляюсь. Вот зачем лестница на чердак была сделана из дорогостоящих вот каменных ступеней, собрана, ограждена кованными решетками перил. Здесь впервые вот в Азове, вот, если обратить внимание на потолок, впервые в Азове были применены ребристые железобетонные перекрытия. Здесь сохранились еще те старые полы, фрагмент которых вот здесь в знак уважения к прошлому вот заботливые хозяева этого здания оставили для обозрения, обрамив это все рамочкой под стеклом. Нужно сказать, что это здание попало в очень хорошие руки,
Здесь находится теперь телестудия «Пульс». Они очень удачно и очень хорошо сделали, оформили фасады этого здания, восстановили. И теперь благополучно работают здесь. О чем нельзя сказать о здании железнодорожного вокзала? Вот лет эдак 15 назад какие-то шабашники заезжие выполнили ремонт этого здания и сбили существовавшую тогда лепнину на его фасадах, навесили какие-то дурацкие колпаки на эти пилястры, на завершение пилястр, сбили там полушария, сбили любовно сделанную тогда каменщиками в то время высеченную в камне надпись станции Азов, но вот, к сожалению, с другой стороны, со стороны площади, какой-то незадачливый начальник или недалекий человек дал команду посадить вот эти маленькие елочки. Он, конечно, думал, что все так и будет, все так и останется. И жил, по сути дела, одним днем. Но вот ели эти выросли, закрыли полностью фасад, и теперь этого фасада со стороны привокзальной площади для нас не существует. Один как-то, кто-то из великих сказал, что вся наша жизнь наполовину состоит из глупостей, которые мы совершаем, затем привыкаем к ним и не замечаем. Из этого я хотел бы вам что сказать, какой сделать вывод. Учитесь жить на хороших примерах из прошлого. На этом я, дорогие мои телезрители, заканчиваю свой рассказ. Всего вам доброго. До следующей встречи, до следующей передачи. Честь имею.